Ирина Винера, тех, кто придумывает все эти оригинальные элементы. Юлия Барсукова удивляла всех, когда клала мячик на стопу во время равновесия и делала турлян. Полине Юсуповой очень оригинальная концовка. Давайте дождемся ее и посмотрим, что еще интересного есть в упражнении. Очень жаль, наверное, все-таки не стоит анонсировать какой-то классный элемент, потому что он почему-то в итоге не получается. Но расскажу, что было задумано в заднем равновесии. Алия должна была прижать мяч к полу в концовке. Это выглядит очень эффектно. И если удастся заполучить оригинальность в фиже, то за этот элемент она будет получать бонус.